тяга упражнения номер один после разминочки на гиперэкстензии. Мы берем большой вес и делаем 5 наклончиков вперед, сохраняя балансик. Затем кладем гантельки после 5 упражнений. 5 повторений. Берем следующие гантельки и выполняем на ту же ногу. На ту же ногу еще 5 наклончиков. Так проходим по всем весам на одну и ту же ногу. Выполняем в последнем повторе 15 наклончиков. Упражнение закончено.